Всем привет, друзья, с вами я, Джесус. И буквально день назад разработчики сказали, что будет бэкраш на айфоне. Это грандиозное событие для всего КРМП. Сейчас я вам покажу отрывок. На видео видно, это совершенно другой движок, так как там замечены новые анимации и совершенно другая графика. А еще к нам поступила информация, что вскоре мы перейдем на движок Unity, который шикарно оптимизирован и не проседает FPS и не будет таких лагов. Ну и перейдем к второму видосику. Это должно переплюнуть хасл. Я вас попрошу поставить лайк, подписаться, поставить колокольчик, оставить свой комментарий. Всем удачи, всем пока.